Да, будут новые маршруты, будут возрождены те маршруты, которые очень удобно были в Советском Союзе спланированы. Прежде всего, вы помните, был такой маршрут номер 4. Этот маршрут идет с Намыва до старой привокзальной площади на вокзал. И там сейчас рынок, который очень посещаем, потому что цены намного ниже. И надо сделать так, чтобы люди свободно туда доезжали в любое время работы этого рынка. А также, чтобы по Пушкинской, где большой жилой массив, люди тоже могли доехать за 1,5 гривны на троллейбусе, а не пересаживаться на маршрутку за 4 гривны. Кроме этого, сейчас разрабатывается проект. Первый проект – это усовершенствование логистики троллейбусных линий, который сейчас разрабатывается и будет в скором времени уже закончен и просчитан. Это проект закольцевать троллейбусную линию на Намыве от кольца возле областной больницы по объездной дороге полностью и вывести его на роддом по кругу. Нам надо не очень большие средства для этого, мы в состоянии это сделать. И я думаю, что проектирование будет закончено уже в этом году. И где-то весной следующего года новая троллейбусная линия, которая сделает разумным кольцо на Намыве. И люди этого очень просят. Мы в состоянии это сделать. И ничего неосуществимого в этом нет. Скептики подвергают нас такой, я бы сказал, ироничной критике по поводу того, что мы никогда в жизни не сможем провести троллейбусную линию в Корабельный район. Так вот, посмотрим, сможем или не сможем. Шутили по поводу Николаевских дворов, говорили по поводу безопасного города и установки массовых видеокамер. Говорили о том, что мы не в состоянии ничего приобрести. Говорили, что мы никогда не купим технику, необходимую для города. А мы купили. Вот. 30 единиц новой техники, включая супермазы, снегоуборочные машины, поливальные машины, включая 10 новейших мусоровозов, 1000 новых контейнеров. Вот, и мы монтируем безопасный город и продолжаем спокойно работать. Кто-то говорил, что мы никогда не сделаем улицу Пушкинская, а она красавица новенькая. 10 лет у нас не было, как минимум, реально дороги на Кульбакина, мы ее сделали, не ремонтировалась 15 лет Херсонская ССР, а мы все-таки работаем, потому что у нас нет времени на болтовню и критику, нам надо работать. Мы открыты для того, чтобы любые предложения совместно с горожанами обсуждать и их реализовывать.